Подскажите, а какие-то места есть еще или нету? Внутри? Внутри, допустим, да. А на сколько человек, да? Трое. Это получается столик нужен, да, или как? Ну вообще, да, столик на троих, на четверых. Сложно, да? Ну у нас... Скажите, а вот эта стойка, это за... вот она... А что там стул, там может посесть любой человек, можно посесть. А можно просто посмотреть? Ну, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Да. А вы не знаете, на свете какой средний чек, стоимость среднего чека? Ну так, такое понятие есть. 2-3 тысячи, да? Ну так, скромно, да? Хорошо. Так. А там... Ну хорошо, нет, ну это нормально, нет, спасибо.
уподобляет. Больше ресторанная? Ресторан или... Бар и ресторан. Угу. То есть, а вечером будет много народу? Надо бронировать что-то или нет? Ну, вообще, да, желательно, да. Хорошо. Вам спасибо. Здрасте. А зал тут работает, нет? Все работает. А, закрыто? Открыто. А, открыто? Можно зайти посмотреть? Ну, там народу. Что,
Wi-Fi роутер. Вот такой комплект подключен, стоит 14 тысяч. Это с материалами и с установкой.